Молодежь и предприниматели Шиерийского района в месяц Рамазан передали медработникам инфекционного отделения корзины для Аузашар. С 1 апреля персонал инфекционного отделения работает вахтовым методом. На сегодня под их наблюдением 39 больных. 50 медработников делают все возможное для их выздоровления. Некоторые из них, несмотря на сложность работы, держат уразу. Они были очень тронуты вниманием земляков. Мы, врачи, не чувствуем себя одинокими в борьбе с этой эпидемией. Всегда чувствуем поддержку, поддержку населения, предпринимателей, молодежи. Сегодня нам принесли продукты и воду для Аузашар. Большое спасибо. Наши сотрудники работают посменно по 15-20 дней вдали от семьи. Такая поддержка помогает нам, придает силы. Акция в Рамазан организована при поддержке предпринимателей района. Около 50 человек сейчас разносят корзины с продуктами питания для Аузашар. Мы и далее планируем собирать такие корзины для граждан, которые известны своим вкладом в развитие нашего района.